В этом видео вы узнаете, как своими руками повесить полку у себя в ванной. Для монтажа полки вам понадобится шуруповерт либо дрель, чтобы засверлить отверстие в плитке. Далее вам понадобится малярный скотч, чтобы разметить карандаш или ручка, само сверло. Сверло должно быть по кафелю или стеклу, вот такого плана. Обычным сверлом не советую сверлить, можно расколоть плитку. Далее, возможно, вам понадобится отвертка, ну или опять же воспользоваться шуруповертом с крестовой битой. И, возможно, вам понадобится перфоратор и понадобится совок. Совок нужен для того, чтобы было меньше пыли. Полка здесь вот такая углового плана. В ней есть уже набор дюбелей и саморезов. Крепится она через вот эти отверстия. Два отверстия сверху, два отверстия снизу. Давайте перейдем к монтажу полки в ванну и начнем размечать полку. Полка будет висеть примерно вот на таком уровне. Я специально размечаю полку так, чтобы отверстия не попадали на шов. Засверливаемся прямо в плитку, так будет надежно держаться. Под отверстиями желательно приклеить малярный скотч. Скотч клеим под всеми отверстиями. Теперь ручкой или карандашом обводим все отверстия, и полка размечена. Когда отметки есть, можно начать засверливать. Еще плюс скотча, что сверло не будет по плитке елозить, прыгать, и мы спокойно все это просверлим. Как я и говорил ранее, обычным сверлом лучше не сверлить, потому что есть риск, что вы расколете плитку. Совок нужен для чего? Чтобы просто собирать пыль. Сверлить лучше на медленных оборотах, если сверло перегревается, макайте сверло в воду. Когда вы пройдете плитку, скорее всего за плиткой есть небольшой слой штукатурки, а после штукатурки может быть либо стена гипсовая, либо бетон, либо кирпич. И в таком случае вам понадобится перфоратор. В данном случае за этой плиткой была гипсовая перегородка. Вот вся пыль собирается в совок. После того, как отверстия засверлены, как я и говорил, если вам понадобится перфоратор, надо пройти перфоратором. Отверстия обычно засверливают шестеркой, и также вам понадобится бур-шестерка. Теперь убираем весь скотч. Отверстия получились ровные, ничего не скололось. Теперь вот эти дюбелечки вставляем в отверстия. Теперь переходим к монтажу полки. Приставляем полку к стене и наживляем саморезы. После того, как вставили саморезы, воспользуемся помощью шуруповерта. Вот таким нехитрым способом вы можете повесить полку у себя в ванной. Всем, кому понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, хейтеры, ставьте дизлайки. Всем пока!